желание. Приветствует и радует всех Тошка и компания. Приветствует и радует всех Тошка и компания. Пока мировое сообщество выясняет, кто кого сильнее, умнее, круче и важнее, у нас недалеко от озера Нарыч происходят такие неожиданные, порой непредсказуемые события, что от них иногда голова может пойти кругом, а у некоторых еще и квадратом, и даже параллелепипедом. Прекрасная погода. Но все же жарковато. Что это было? И где мои лучшие друзья? Ага, без меня мяч гонять вздумали. Тоже мне друзья называются. Я самый лучший вратарь в мире. А я самая меткая нападающая во вселенной. Слишком близко. Очень далеко. Близко. Далеко. Близко. Буся, держись! Мазила! Это я, Мазила? Ах так! Привет! Вижу, дружба в самом разгаре. Так и быть, сейчас я вам покажу, как дружить надо. Я буду вратарем, а вы будете бить штрафной удар. Одновременно? Чего не сделаешь ради дружбы? Ни за что! Никогда! На счет три. Три! Вот это удар! Это все я! Нет, я! Нет, я! Я! Ну, кому за мечом бежать? Ой, что-то у меня нога разболелась! А у меня нога, рука и вот тут. Вот тут еще немножко. Эх вы, что мы без мяча будем делать? Со мной! Любопытно. И где искать наш мячик? Ой, что это? Металлолом какой-то. Какой-то этот металлолом подозрительный. Я знаю, знаю. Это тарелка летающая. На них инопланетяне по космосу летают. Я их в интернете видела. С ними нельзя ссориться. С ними дружить надо. И откуда эта тарелка тут взялась? А может, это мы ее? Что мы? Тошка, ты сам сказал. Вот это удар! Выходит, мы случайно нашим мячиком попали в инопланетную тарелку? Это не я. Я тут ни при чем. Теперь они с нами дружить не станут. Здравствуй, друг! Подвинься! Учись, как дружить надо! Приветствую тебя, дружище! Он по-нашему не понимает. Понимает, понимает! Большое спасибо, друг! А ну-ка, опусти нас быстрее обратно! А может, он просто с Луны свалился? Эй, лунатик, лунатик! Ой, ай!
отличный получится вратарь. Ничего себе! Эй, ты что делаешь? Дедушка! О, кажется, здесь бушевал ураган. А может, настоящий смерч? Все инопланетянин. С летающей тарелки. В нее мячик наш попал. Молодцы, вам теперь все завидовать будут. Я буду его лучшим другом. А я уже его лучший друг. Ха, вы опоздали, потому что его лучший друг – это я. Нет, я. Нет, я. Хвостуны, я. Если вы между собой дружить разучились, то как вы с представителем другой цивилизации дружить собираетесь? Ты прав, деда. Он на контакт не идет. Говоришь, не идет? Эй, уважаемый, вы из какого созвездия будете? Давайте мы вам поможем. Первый контакт отрицательный. Попробуем по-другому. Добрый день, уважаемый. Good day, buenos dias, guten morgen. Понимать? Ай-яй-яй, ой-ой-ой, даешь посадку! Помогите! Один момент. Все, починил. Интересно. Как далеко зашел прогресс? Переговоры зашли в тупик. Не беда, сейчас починим, уважаемый. Где чертежи? Без чертежей сложнее. Чувствую, надо тыкнуть стариной. О, смотри, можно и без чертежей, когда все вместе. Есть контакт. Договорились, мы договорились. Дописались. А из него хороший вратарь получился. Ага, он как поймал наш мячик, так нам его и не вернул. Эй, пришелец, ты не забыл ли часом чего? Я так понимаю, нас ждет особенное путешествие. Полный газ! Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля.
Так держать. А давайте махнем на Альфа-Центавру. А может, в созвездие Волопаса? Да нет, я думаю, нам надо домой. Так быстро? Мы в нашем саду немножко пошалили. Надо порядок навести. Согласен. Полный назад. Эх, жаль, как это мы в тарелке наш мячик забыли. А пусть это будет подарок нашему пришельцу. Может, он всю вселенную в футбол играть научит. Сомневаюсь. Ура! Не забыл друзей! Рискнем! Смотрите, смотрите! Это наш друг! 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 Ого! Узнаю брата по разуму! Ура!